Під парламентом в день відбулися сутички. Кілька тисяч людей прийшли на мітинг під різними гаслами. Активісти встановили намет на проїжджій частині вулиці Грушевського. Поліцейські спробували перешкодити цьому, що і призвело до сутичок. Силовики затримали 26 людей. Це найбільш активні учасники подій. І демонтували намети. Був застосований сльозогінний газ. Постраждали двоє поліцейських, яких доставили в лікарню, а також журналісти. Як мінімум одного демонстрата забрала швидка допомога. Він отримав травму голови. Тож, останні дані є, що двоє людей загинуло сьогодні в цих сутичках. Скажіть, будь ласка, пане Ігор, чи починається знову Майдан? Ми знову листопад вже, так? Зараз вже грудень. І, ну, знаєте, знову ж починається, ми вже бачили помаранчеву революцію, восени вона починалася, ми вже 6 років тому побачили Євромайдан. І що зараз нас очікує? Абсолютно. Битва за землю чи що? Абсолютно, я уверен, что будет очередной Майдан. Просто нужно нашим силам оппозиционным, таким как Порошенко, Тимошенко, которым не досталась власть на этих выборах, им нужно захватить власть. Они будут искать любые поводы. Ну, сейчас хороший повод — земля. Я сегодня был на этом митинге. Мы сами, наша организация сегодня проводила митинг как раз. Мы перекрывали дорогу. Ну, у нас была мирная акция, мы поучаствовали, акция завершилась. А потом как бы начали появляться национальные вот эти всякие национальные дружины, в общем, все люди Авакова, так называемые, которые, ну, ни для кого не секрет, что все эти радикальные структуры, их крышует Аваков. Присутствовал там Белецкий, и начались провокации. Я считаю, что все акции должны быть мирными. Но когда я увидел вот этих ребят в камуфляже, которые вот сейчас вот показываются на заднем фоне, они начали откровенно провоцировать. Они начали забрасывать полицию бутылками, они бросали в них палки. И для чего это делалось, как уважают? Я считаю... Все-таки, если вы, ну, это достаточно с ваших слов звучит, ну, как, ну, в сторону Авакова. Це звинувачення, що він кришує такі радикальні структури, але ж він є міністром ВД. Смотрите, для чего это делается? По моему мнению, я считаю, что Аваков сейчас начал, я вижу, вернее, что Аваков сейчас активно начинает раскручивать свою личность. Он ходит на всякие ток-шоу, он 5 лет нигде не участвовал. С чем я это связываю? Я связываю тем, что сейчас планирует Гончарука отправить отставку как некомпетентного, бесхребетного премьер-министра. Премьер-министр должен быть сильным, волевым человеком. Я так понимаю, что сейчас на эту должность готовит Авакова. И вот он сейчас пытается набрать какой-то авторитет. А как его можно набрать? Сначала можно разжечь какую-то ситуацию, накалить обстановку, а потом героически перейти и сказать: все, конец, я наведу порядок, раз вы не смогли, товарищ президент, я сделаю здесь, все будет хорошо. Я считаю, что таким образом, когда мы вот видели сегодня, что аваковские люди нападали на аваковских полицейских, те бездействовали, а потом, когда аваковские полицейские получили команду разогнать вот этих демонстрантов, а разгонять было за что, потому что полицейских забрасывали камнями, срывали брусчатку. При мне, на моих глазах, огромной палкой били полицейских. Этих людей задержали, и вот буквально перед эфиром Белецкий уже написал, что всех задержанных отпустили. Почему отпустили? Эти люди должны были сидеть лет по 15, не меньше. Вы, если бы вы видели, что там происходило, это, если бы вы кажете, что, скажем так, аваковцы, люди, были полицейских, которые все-таки подчиняются министерству, то зрозуміло, чему отпустили. Да. Зараз... А второе, кстати, я можно добавлю, второе, что вижу. Они хотят вот эту вот хорошую идею защиты украинской земли, чтобы ее не продавали, они хотят ее очернить. Если мы раньше начинали проводить акции против продажи земли в октябре, это ни с кем не ассоциировали. Сейчас мы уже сегодня проводили акцию, нам начинают говорить: вы проплаченные люди, и люди Тимошенко, олигархов всех, вы за олигархов. А почему? Потому что они сейчас вмешались, теперь защиту рынка земли будут связывать с вот этими националистами, с Юлией Тимошенко и со всеми олигархами, которые просто своей токсичной личностью запятнали эту святую идею защиты украинской земли.